блять, опять дерьмо. Трасс. Да нормальная трасса. Я вы там ушли. Еб! Добро пожаловать. Ой, Серега, там тоже куда-то улетел, я смотрю. Да-да, я уже прилетел. Мысли. Сволочь, блин. Боком? Там с бесконечным нитро пошел. Че, Жень, тяжко? Там. Все, я опять последний. Это всего лишь второй круг. Чего? Чего? Вот это такой. Я откатался. Да ладно. Да он со мной уже. Ой, ты в рот, блядь. Я чуть сам вылетел. Я смотрю, у тебя там тоже не особо хорошо стало. Я без переднего колеса уже езжу. Что ездишь? Ну да. Жень, ты чё? А я специально чё, блядь? А чё мне ездить теперь, что ли, два круга? Не, ну ты можешь выбрать более короткий путь. Оооо. Я вообще не знаю, как я просто на столб намотался. А, ты все уже слаб, да? Угу. Сейчас Женя, наверное, скоро будет все. Ну ему проще разобраться, чем все-таки ехать до финиша. Только у него нет свободы, это получается. О, нифига себе. Нормально. Наконец. Классно. Приехали. Ну что же, друзья. Вот такой интересный ролик получился в этот раз. Вновь мы с Женей Ардалионом и Сергеем Ведичем катались во Flatout 2. Игрушка очень драйвовая и дарит кучу позитивных эмоций. Хочу сказать вам, дорогие мои зрители, большое спасибо за вашу активность. Каждый ваш лайк и каждый комментарий оказывают для меня колоссальную поддержку. Продолжайте в том же духе, ведь это мотивирует меня делать качественный контент. Обязательно подписывайтесь те, кто еще не подписан, ведь впереди еще много интересного. До новых встреч, друзья!